Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Я хочу сегодня вам показать, как готовить бобовую подливку дал, но по нестандартному рецепту. Что нам для этого нужно? Нужно 2 мерные чашечки красной чечевицы плюс желтой чечевицы. Можно ее не ложить. Вот эта желтая чечевица, можно ее не ложить. Хорошо? Значит, взяли красную чечевицу, 1 помидор нарезали кубиками, чеснок, имбирь длины с соломкой, лук, молотый кумин, это куркума, ги, соль и вода. Сейчас я поставлю варить чечевицу. Намасте досто, аж мы баналги дал. Мушур дал, ормук дал, эксат мы додия, прешукух мы дал дия, чвала пани дия, не мог дия, а бил гусль деду. Томатар эк томатар каткедия, лассен родрак, пиас, зира, зира паудер, фольди, ги, орнимок. Так, значит, чечевицу я положила в скороварку, влила водой, добавила соль и сейчас отварю в скороварке. Если у вас нет скороварки, то вы, пожалуйста, варите до готовности удобным вам способом. Я положила ги и сейчас немного поджарю кумин. Берем немного кумин и поджариваем его. Ги гарам кардия, тора зирадия. Гарам хаджайга. Вот он потемнел, выделился аромат. Теперь можно положить имбирь и чеснок. Лучше, конечно, обжарить их по отдельности, но я спешу, поэтому обжариваю вместе. Адрак орласан дел дедия. Дибакамный карнаный чертогой. Браун колорводжай, да? Бабный дюкрасов. Так, вот поджарился у нас, значит, имбирь с чесночком, приятный такой аромат выделся. И теперь положу лучок. Лучка немного, ну примерно одна луковица пойдет. Адрак ласен фрайвогия абиде дебия пиас. Пиас бисайкер напрыга. Лук поджарился, теперь положим, положила помидор. Также его можно поджарить. Я справлю, немного добью томата. Помидорчики тоже поджарились. Теперь положу куркуму. Примерно пол чайной ложечки. Смотрите. Молотый кумин. 1 чайной ложечки. И смесь специй. Пряных специй. Я их готовлю сама, тоже 1 чайную ложку. Все перемешаем. Тщательно перемешаем. Жидкость вся испарилась, можно добавить немного воды. Вот, добавила немного водички, чтобы все специи воссоединились в единый вкус, дали аромат. Ача, соп фрайгогия, то мы дедия масала. Адачамос хольди, экчамос зира паудер, ор экчамос микс масала. Мы гарме хоцебанатево. Аплюк, зира масала денесе бича лига, ор дхуния паудер денесе бигога. Обязательно нужно добавить соль, чтобы аромат пошел. Добавили соль специально для специй, для лука с помидоркой. Все перемешаем. Так, наш соус, можно сказать, уже почти готов. Вот у меня с кроварки отварилась уже чечевица. Сейчас я ее открою. Давление снизится, открою крышку и залью уже в кастрюлю.
Да, у меня дебия, микс кару. Деклижия, агр пани ком хэ, то ор пани дижие. Агр ачча ога, то ачча ога. Ласт мэ тора касури мэти деду. Касури мэти нэхи е, кя пасан нэхи е, то тора дхуни я патта дэ сэкта хэ. В общем, я налила в кастрюлю отваренную чечевицу. Сейчас она у меня подкипит. Я попробую на вкус, достаточно ли соли. И положу в конце сухие листья хельбы. Или мати ее называют. Если ее нет у вас в наличии, то можете положить любую имеющуюся у вас зелень, которая вам нравится. Я забыла добавить, посмотрите, если вам нравится погуще, то наливайте меньше воды. Если вам нравится именно как супчик, да, пожиже, то можете добавить еще жидкости. Также можете сюда положить и морковочку для вкуса, для цвета. Ну все, у меня тут прекрасно, вкус замечательный. Я положу сейчас касури мэти, вот так выглядит упаковка касури мэти. В индийских магазинах они наверняка продаются, наверное, чуть пониже цены на чугунный мост, скорее всего. Так выглядят листья. Аромат очень, очень шикарный. Их можно и в лепешки ложить, я вам покажу. Ну, сверху немного присыпаем. Мене касури мэти убрасы далдия. Так. Все, наш дал готов. Наша бобовая подливочка готова. Она идеально подходит к лепешечкам. Можно просто так есть, как супчик. Очень оригинальный получается. Приятного аппетита. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Мне очень приятно, когда вы мне присылаете свои отзывы, что вы готовили, что очень вкусно получилось. Большое вам спасибо всем. Рекомендуйте меня своим подругам, знакомым. Мне будет очень приятно. С вами была Сидорова Татьяна из Индии. Пока-пока!